Всем привет, друзья! Вы на канале Дудаплей. Мы продолжаем играть в игру. Я должен остановить этого мерзавца. Что делать? Кошелек? Давайте кинем ему кошелек пустой. А, нифига, он нас поймал. Он помнит, что кошелек пустой всегда. Ладно. Так. Игрушка называется «Спаси девушку». Я должна остановить этого мерзавца. Давайте... А, вот, чемоданами его стукнем. Бегом, 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 бежим. А, сервировочная тележка с напитками. Что делать? Она мешает, видимо, путь преграждает. Давайте используем воздушные шарики. О, воздушные шарики, замечательно. Хорошо, что они не упали на голову. Что сделать, чтобы дверь открылась? Давай съедим шпината. Станем сильными. И сломаем дверь. Точно. А куда она пошла дальше? Там же это, кажется, ребята, пропасть, нет? Так, сейчас посмотрим. А, вот, она летит, летит, разбивается. А, использовать парашют, либо использовать, я не знаю, что такое, балалайка какая-то. Давай балалайку возьмем. А, это был веник. А, что это за птица? Выглядит устрашающе. Давай дадим ей пожрать. На, кушай. А, нифига, волосы, мои волосы. Она содрала волосы с девушки. Офигеть, жесть какая. Но она ждала мяско. А, хорошо, а что если мы откроем, если мы возьмем парашют? А, нифига, это не парашют был, ребят, это был какой-то рюкзак с едой. Угу. Тогда, конечно, здесь надо брать метлу. И она будет как ведьмочка сидеть на метле и лететь куда-нибудь. Так, птица, эта птица выглядит потрясающе. Давайте ей дадим ракету. Ага, вот так вот, хорошо. Это будет лучше, чем она будет волосы с нее снимать. Инопланетянин, а что делать? Давай сделаем волшебную палочку. Либо молнию. Давай молнию сделаем. А, молния попала в девушку, а не в инопланетянина. Да как так-то, а? Ладно, давайте еще раз. Так, падаем, падаем, падаем. Берем метлу, садимся и летим. Хорошо, по горизонтали мы летим. Птички, мы сделаем ракетку. На ракетку, птичка. Все, она взорвалась и убежала. Так, инопланетянин. Что делать с инопланетянином? Давайте возьмем волшебную палочку и наколдуем. Ох, нифига себе. Она молодец, девчонка. Девчонка молодец, прям вообще молодец. Молодец, молодец. А дальше, 48 уровень, ребята. Так, пожар какой-то, смотри. Это на корабле она бежит. На Титанике, что ли? О, этот застрял, пингвинчик. Надо его спасти. Давайте мылом, мылом натрем. И вылез хвостик. Все, убежал. Удачи, удачи тебе. Так, а мы идем дальше. А здесь огонь, смотри, что делать. Тут все в огне. А, давайте позовем кита, конечно же. О, кит, помоги нам. Потуши огонь. Как вовремя пошел дождь. Ну да, это наш друг Кит помог. Ух ты. А, что же делать? Давай используем мышку. Ага, прыгнула на плот. Замечательно, прям очень хорошо. Мышка нам всегда, нас всегда выручает. А мы идем дальше. Новые приключения. Так, 49 уровень у нас, ребята, уже. Так, на острове хоть идем. А что это за ужасный запах? А, давайте использовать вентилятор, либо маску. Давай вентилятор используем. Все, прогнали мы этот запах плохой. А, вон, тут так жарко. Что же делать? Либо лед использовать, либо тучи. Давай, конечно же, тучи используем. Нет, она опять тучка ее ударила током. Не помогает нам тучка вообще. Никак ее лучше вообще никогда не брать тогда, значит. Тучку больше не выбираем. Все. У меня вопрос, почему море красного цвета? Так, что за ужасный запах? Так, используем вентилятор. Угу. Прошли. Жарко, значит, давай воспользуемся льдом. Кубики льда. Нифига себе, кубики льда. Она закрыла вулкан. А, громадный дракон. А, давайте используем бомбочку. На, взорвись. А, нет, фига. Не получилось бомбочку использовать. Да как так?
Вот самые вот последние вопросы, ребята, не самые такие сложные. Нелогичные. Так, что за ужасный запах? Давайте используем вентилятор. Это я уже знаю. Потом будем использовать кубики льда. Так, давайте выберем лед. Ага, это все равно, что стоять очень быстро, там я не прочитал. Громадный дракон. Ну давай используем маску. А, мы ему маску одели. Ну да, маска, конечно, это не бомбочка. Давайте дальше посмотрим. 50 уровень. А может быть, этот самый комнату улучшим? Давайте улучшим комнату. Поставим стену, может быть, покрасим какой-нибудь цвет. Ну давай такой за 400 возьмем. А, это пол. Ладно. Так, светильники. Светильник у нас уже стоит. Стол. Давайте возьмем вот такой вот с единорогом. Коврик. А давайте какой-нибудь вот такой вот розовенький коврик. Хорошо. Хорошо. Играем дальше. Так, кокосы. У меня такая жажда. Так, давайте воспользуем перчаткой. О! Попили, поели. Идем дальше. А там есть плод, но как мне пробраться к нему? Мышка, нужна мышка. Сейчас она прыгнет. Испугается и прыгнула прямо на плод. Замечательно. Лодка вон там. Давайте используем факел, либо петарду. Давай петарду. Ах, это очень мощная петарда. Нифига себе, петарда взорвала корабль. Так, идем. Хотим пить. Используем мы перчатку боксерскую. Выпиваем сок. Идем дальше. И здесь нам нужно добраться до плота. А давайте используем мышку, которая сейчас напугает девчонку, девушку нашу. И она будет прыгать прямо на плот. Так, а здесь нам нужно использовать факел, ребята. Берем факел. И дым. Да, вот они увидели дым, теперь я в безопасности. Хорошо. Идем дальше, и дальше идем. Следующий уровень, 51. Летим. Мне нужно получить каким-то образом заряд энергии, что же делать? Давай съедим бобы. Да, смотри, как она стала с бобами-то лететь хорошо. Перенести птиц. Давайте возьмем свисток. О, свисток помог. Так, опять тучи. Гром, это нехорошо. Давайте используем... используем шпиль. Ага. Громоотвод поможет спасти. Спас громоотвод. Хорошо. Так, идем дальше. Заходим в мороженое. Это опять ты. Так, что же используем? Собаку, либо используем рогатку. Так, давайте рогатку используем. Нет, не помогла нам рогатка. А что у нас с этой рогаткой? Хотела в него выстрелить, что ли? Ладно, сейчас возьмем песика. Песик нас будет защищать. Так, сейчас, песик. О! Все, этот злоумышленник побежал, убежал. Так, поймай его. Надо его споймать. Он возвращается, что же делать? А притвориться манекеном. О, это напоминает мне, что это манекен. Ага. А надурили, обдурили мы его. Идет сзади, смотри. Замри. Что же делать? Так, у нас пистолет есть и бумажник. Давай бумажник возьмем. Я думал, это бумажник. Дыра в полу. Угу. Все, хорошо. Ага. 50 денежек нам заплатили. 50 монеток мы получили. Так, летим на самолете.
А что же здесь делать? Ведро воды и... А, она спит. Конечно же, давать. Нет, ведро воды не знаю. Вот такую говорилку шумную. О, проснулась. Ой, начал дымиться сразу самолет. Что же делать? Так, либо починить, либо выпрыгивать. Давайте, конечно же, выпрыгивать. Ой, замечательно. Спасло. Ой, я застряла. Так, либо нож, либо зажигалку. Давай зажигалку. Нет, она вся погорела. Вся погорела от зажигалки. Нифига себе, ребята, на последнем уровне. Ладно. Так, используем. А что будет, интересно, если использовать ведро воды? Давайте проверим. А, нет, не помогло. Но она зато проснулась, ребята. Давайте громкоговорителем сирену сейчас включим, и пускай просыпается. Все, проснулись. И начал дымить у нас эти самые двигатели. Давайте используем, конечно же, катапульту. Угу. Приземляемся и застреваем на дереве. Давайте нож возьмем. Все, обрезали и пошли дальше. Ну такая вот, ребятушки, серия. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайк этому видео. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И пиши комментарии, передавай приветы. Я передам тебе привет в следующем ролике. Всем пока-пока, до новых встреч!